В свои 2 года Вельш Скорги Кардиган Элис уже юная чемпионка России и юная чемпионка Российской кинологической федерации. Она побывала на выставках в Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде. А сегодня вместе с хозяином пришла на 10-й юбилейный праздник «Собака плюс я». Долго выбирали породу. Как бы эта собака, она ориентирована на человека. Очень такая спокойная порода, как и все корги. Очень такая доброжелюбные, в общем-то, к людям. Были на празднике и те, кто пришел впервые. Например, тайский риджбэк Терри. Ей всего 4 месяца. В городе это единственная собака такой породы. Порода очень умная, древняя, всегда была с человеком. Хоть она громко лает, но на самом деле она совсем не агрессивна. Очень любит детей. И это охранник. По традиции все участники смогли показать питомцев в выставке породистых и беспородных собак, экспертизу которой проводил специалист из Нижнего Новгорода. Также четвероногие друзья и их хозяева приняли участие в конкурсе костюмов, веселой эстафете «Дай лапу, друг» и «Ребенок плюс собака». Есть участники, которые участвуют, а есть, которые просто пришли потусоваться. Поэтому я думаю, что будет все интересно. Есть еще здесь наши партнеры. Еще у нас пришла рота наша военная, которой мы сотрудничаем. То есть у нас будет они участвовать в параде пород. Ну и как гости нашего праздника. На празднике «Собака плюс я» можно было увидеть хаски, йоркширского терьера, джек-расселов, такс, овчарок, добермана и представителей других пород. По итогам мероприятия всем участникам вручили дипломы и памятные подарки. А также все желающие смогли попробовать юбилейный торт. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.